На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Орехова Милена Игоревна. Мне 7 лет. Я живу в городе Железногорске, в Курской области. Стихотворение написал Кани Чуковский. Называется оно «Дело было в январе». Дело было в январе. На горе стояла елка, а возле этой елки бродили злые волки. Как-то раз, ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой, зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасть лапу волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, висели как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе. Он подумал, что на горе украшенная елка.